Приветствую всех, с вами Сенсей. Нарыл вот такую игрушку. Чернильная машина. Давайте посмотрим, это типа ужастика. Полностью русская. Выходила она вообще без переводов. Спасибо ребятам умельцам. По-моему, несколько эпизодов. Давайте сейчас поглядим. Чуть-чуть я так походил и долго не играл, просто чисто проверил, как будет записываться. HDR это через OBS не работает и поддерживает, но неправильно поддерживает. Отлично, Джоуи. Я на месте. Давай посмотрим, на что ты просил взглянуть. Вы видите, вообще идеально все. Правда, он без ног и без рук. Вот что. Понять не могу, как можно такое выпустить. По-моему, 19-го года она. Кстати, у ней долго не было перевода, и как бы она прошла мимо многих, наверное, я думаю. На выходе у нее не было перевода. О, мое старое рабочее место. Я провел кучу времени на этом стуле. Вы видите перевод какой профессиональный? Так вот. Похоже, они снесли парочку стен после моего ухода. Им потребовалось несколько человек, чтобы заменить меня. Так, здесь пробой. Надо пробить. А что за черт-то я хожу? Что это за барбос? Что за похождение барбоса? Выходи! Или вот этот дресня льется везде. А что это вообще за чернила льются, наверное, дреснят это. Тут, наверное, какие-то подсказки. Опа! Поранился. Этот подъемник работает от нескольких батарей. Ох ты. Зашибись. Давай посмотрим, что ты там... Ужасик там, смотрите, у меня. Каролина. В этом, клинике ада. Выход. Эта дверь, по-моему, закрытая была. Я когда начинал, так пробовал. Думаю, как я очутился. Черт знает где. Вот здесь вот надо проковырять. А вон что такое? Вот это что такое? Еще один день, еще один доллар. Кто ты, Барбосина? Понять не могу. Че там живет, блядь? Блин, не дай бог, это жизнь. Вот сейчас меня кто-нибудь ботнет по башке, а жизни я все сожрал. Вот это будет, да? Мерзость, блин. Так, я оттуда пришел, да? Все, я уже потерялся в этом говне. Вот еще стоит. Вот здесь я был или нет? Похоже, нет. О, смотрите, там черт какой-то. Господи боже, Джоуи, какого черта? Собака. Вовка. Кстати, это ужастик. Я говорил вам, да? Прохождение только на Ютубе. Одноклассников вообще нет. Удалил я их нахрен. Не знаю, буду потом останавливать. Нет, не могу сказать.
Поднадоели они мне там что-то кочевряжутся, кому-то что-то не нравится там. Смотрите-ка, я насквозь прошел, что ли, да? Подожди-ка, мужик. Кто ты вообще, мужик? Я в жопе не жужжит. Так, вот здесь вот я прошел, да, вот этот чер... А вот здесь я был, да. Здесь я был, а вот здесь я не был. Отлично. И как это работает? Слабый нам. Что там разыщи? Разыщи. Каракули эти наличные. Может, поставить надо на каждый что-то поставить, да? Собака какая-то, медведь. Вот пришел медведь, начал медведь пердеть. Дергай! Борис. Их ты, блядь. Кто, блядь, чмо? Кто его тут поставил? Пес его знает, кто, блядь, какие-то мерзавцы. Вот это почему не берет его? Кость какая-то или чего такое, блядь? Эх ты, блядь, ключ у него тут, да. Ширенький, блядь. Здесь я ничего не пропустил. Садись на стул. А, вот ящики есть. Все, я уже запутался, что-то уже я не помню. Вот еще один барбос стоит. Я уже потерялся, блин, все. Так, здесь я был. Да, вон карточку. А, это карточку, которую я пробил, может ее взять надо? Время, деньги. Вот такая штука там вроде была, нет? Опа. Че, мудозвон, блядь? Эх ты, блядь. Вот так, до лампочки где-то, да? Еще выше. Давай, тупица, на. Все. Че? А может просто их... А, когда забираю, он и отходит. Короче, блин. Кем я играю, да? Что за черт? Я что-то потерял это место, ребята. Реально потерял, да. В четырех дверях заблудился, блядь. Он не берет вот эту? Да, блядь. Может, вот здесь что-то взять? О. Включай нахер. Давай бобину снимай. Все, надоело тут шуметь. Колдуй, баба, колдуй, дед. Вон там горит свет. Выход. Я тут пришел, нахуй. Так, ладно, идем искать, где я там. Шуровал-то сейчас. Чернильная машина, кинотеатр, комната отдыха. Ничего мне об этом. Так, ага, вот это значит. Комната отдыха, что ли? Что было там? Вон туда мне надо идти, наверное. Сейчас вот сюда заглянем, что тут у нас. Насквозь проходит, нет? Ага, вот это чертило. Наличие. Эти ящики открывал, нет? Чё тут? Свечи не берёт? Да, вот, да, всё, точно. Ключ? Ты какой, ключик-мучик. Блин, тут собирать надо неделю всякую трясню. Да? Заходите на канал, более 1000 роликов. И не только игровые. Заходите лучше с Ютуба.
Или с этого какого? Называется. Поиска. Google или Яндекс. То ни хрена сейчас ничего не учитывают они. А почему надо заходить? А потому что я, если игра не набрала время, я не продолжаю. А когда вы заходите с других мест, каналов, я об этом не знаю. Из-за этого не продолжаю. Но. Игра-то может быть и 50 часов набирает, но я об этом не знаю, мне не пишет никто ничего. Блин, надо это, ключ найти, это ломик какой-нибудь, ключ или чего. Черт ее знает. Я в что-то заблудился нахрен. Здесь ничего не берет он. Бери, мерзавец. А мерзавец. Вот здесь я был, да? Вот здесь это проломить. Вот, смотрите, чернила нашел, точно, отлично. А вот еще, вон там это. Крутилка-то. Чернила мы хапнули. Ну там хапать еще и хапать. Что-то вон там, коробка какая-то, что ли, да? Или кнопка. О, что такое? Электричество. Шагомер, блин. Давайте что, пойдем сейчас все по каждой комнате будем тычиться. Не берет он тут? Так и не берет ничего. Предметов-то много, но только где их нарыть? Они бы сразу мне уже попались, мне кажется. Пока одно что-то не сделаешь, может быть, другое не открывается. Дресня это течет. Может, в дресне тут что-то есть. В башку сейчас нальется это. Надень. Опа. Вот и пластинка. Пи-пи-па-па-пи-па-па-па-па-па-па-па. Я вроде все двери шлепал. И все равно какая-то открылась, наверное, да? А там, кстати, где же ломик-то мне взять, а? Здесь я точно все посмотрел. Может, что-то тут хитрецы, блин, накружит, да? Лифт я поднял, и что толку? Надо попробовать до лифта дойти этого, если только я его найду. Вот здесь я был, да, сейчас? Так, я куда ходил тогда? Да, сюда надо сходить. Блин, тут лабиринт этого говна. Я до сих пор не понимаю, зачем Джоуи эта компания. Я читал первый раз, когда загрузил. Работа над анимацией вечно запаздывает. Я совершенно не понимаю, зачем нам нужна эта машина. Шумная, грязная, да и вообще, кто нуждается в таком количестве чернил? К тому же, приобретя ее, Джоуи велел пожертвовать ему парочку вещей с наших рабочих мест. Мы вложили их на маленькие пьедесталы в комнате отдыха. Это поможет утихомирить богов, сказал он. Меня это смутило. Кажется, он свихнулся. Но главное, что он платит. Хотя знаешь, если еще одна из этих труб лопнет, то я свалю отсюда. А потом нашел я это обновление. Даже уже... Да что ты, блин, опять сожрал? Наверное, не надо их жрать. Это, наверное, нападать кто-то будет. Может, это же еда. Ой, я вот здесь не был, да? Смотрите, собака какая-то. Вот она нужна нам тоже. Блин, я вроде везде все обошел. Блин, как оказался здесь? Черт его знает. Сейчас выход хрен найдешь, блин. Вот тут, блин, тресня какая-то. Крутить ее надо. Говерть. Так, это что у нас? Кинозал, да? Кинозал это у нас.
Так, это вот здесь я он бубнил сейчас, да? А мы вот сюда сейчас пойдем. По-моему, в этом крыле у нас эта штука-то. Надо положить предметы-то. Любому. Ноты я не нашел еще. Вот шестерня какая-то. А это что за книжка? А почему вот это нажалось? А, вон, видите, это... Пластинка, блин, оказывается здесь. Так, нам надо книгу найти, да, и какую-то шестеренку. Где это все нарыть? Черт ее знает. Может, вот этого хорька тут что-то надо полазить, да? Может, не чуть-чуть вылезть его. Из одного места, блин. Или из другого. Да нет, тут, наверное, в каждой комнате предмет. Не может быть, наверное, в одной комнате два предмета. Так, а что нам надо? Шестеренку и книгу, да? Шестеренку и книгу. Блин, такие лабиринты здесь. Я вот, бля, реально заблудился. Так, это вот вокруг мы прошли. Здесь вот, значит. Может, здесь еще что-то нарыть? Тут вот только колесо какое-то, да? Колесо вот. Может, какой-то предмет? О, вы смотрите, книга. Нет, не книга, ни хрена. Что это за тресня? Может, свет надо вот эту включить штуку? Она не включается. Может, она что-нибудь подсветит? Тоже ничего не трогается. Но. С места не трогается. Но. Кое-какером каким-то я играю, да? Хождение кое-какера. Я еще добавку играю так. Как... Это что такое? Книгу и шестеренку. Пойди найди тут ножичек. Так, это вот вокруг, да, мы проходим. Вот здесь вот я находил что-нибудь, нет? Может, где-то тут книга какая-нибудь валяется. По-моему, я тут ничего не находил. Треща где-то льется, он бесит. Ну ладно, давайте пойдемте куда-нибудь в другое место. Вот здесь вот я еще не был. Так, ага, все. А тут вообще ничего не валяется. Блин, сложновато найти-то. Вот я уже потерялся тут. Я уже начал изучать это, ходы все. Ну, по-моему, я уже везде был. Я даже не знаю, где еще можно искать. Блин, только что был здесь, да, или нет? Так, мне надо найти лифт. Я что-то лифт вообще потерял. Вот здесь, наверное. Нет. Так, здесь у нас... А что это на столе там валяется? Может, книжка как раз? Вот она, сучара. Все, ребятки, осталось шестереночку найти. Здесь, знаешь, больше ничего нет. Шестеренка, наверное, там, где лифт. Но я уже не помню, где лифт. Я поднимал этот вонючий. Да. Вот в чем дело. А, вот, по-моему, вот сюда вот. Здесь какие-то производственные. Вот они, точно. Здесь надо все-таки что-то нарыть. Он не перепрыгивает туда. Он сучёныш не прыгает. А, вот она, шестеренка-то. Так, на этом все. Она была разер, шестеренка-то здесь. Она была, но она не светилась, по-моему. Да? Надо, блядь, перемотать, посмотреть нахрен. По-моему, она не светилась, она просто там лежала. Я бы ее хапнул. По-любому, у меня уж такие руки вон длиннющие, блин. Что я уж по-любому бы черпанул. Сюда вот, да? Или нет? Я уж... Ага, все, сюда. Отлично. Книжка? Где ты? Книжка. Шестеренка. Козлянка. Теперь нужно заправить машину чернилами. Сперва я отыщу выключатель, который это сделает. А затем включу главный генератор. Выключатель, наверное, это колесо вонючее вот это.
блин, теперь найди колесо это. Я уже забыл, где это колесо-то. Где-то в тупике в каком-то, что ли. Открыть, наверное, проход для чернил. Так. Ну ты мудак. Куда звон крепить? О, привет. А, вот сюда, наверное, показывает. А, вот она как раз и не работала это. Не включена была. Все, тресня пошла. Эх, блядь, тресня-то, блядь, куда пошла? С меня не течет, а? Нет, даже не течет. Вот так как-то, ребятки. Чернильная машина. Здесь мы можем пройти, да, по-моему? Блин, здесь дальше. Здесь вот прям напрямую надо, блин. Тут он сранил какой-то. Тю-тю! Погнали, наш городский. И что дальше? Тихо, блин. Давай сюда где посветлее. Что такое-то, я не пойму. В чем дело? Господа, ставки сделаны. Господа. Может, вот этот, к этому черту сразу надо подойти, может, его выкрасть. Не берется? И куда дальше? Куда идти-то, блядь? Может, по свету вот так идти? Может, какая-то дверь что-то откроется? Здесь вот лифт, да? Ну, заколотили тут нахрен. Ё-моё, свинота какая-то меня там догоняет. Ё-моё, куда бежать-то здесь? Черно, блядь. А, выходим отсюда. Твою мать, блядь, провалился куда-то в какую-то дресню. Отключай чернила. То включай, то отключай. Вы что, обалдели, что ли? Имейте совесть. Блядь, хоть фонарик бы был какой-нибудь. Может, где-то есть фонарик? Это... Кнопка, как свинья, выпрессила. Не знаю, ни одной кнопки. Такой идиот, который меня идет вообще? Будет пускать по этим мерзким трубам давление, ага. Которое они даже не выдерживают. Я же забыл. Но больше всего меня пугают шумы, издаваемые этой системой, напоминающие скулящую жабку на последнем издыхании. Честно говоря, это место, эта машина, черт, вся эта кухня выглядит дико. Можете не верить, но я больше... А он не бежит этот, как вы, койкакер-то. Ходит. Смотрите, все затопило эти чёрные планички. Поплывет чёрт. Свечивается неплохо вот эта дрянь-то, но, ребятки, извините меня, ну уж что-то совсем темно. Играть-то стало. Кстати, у вас путь светлее немного. Оба. Оба. Джойстик у меня подключен, поэтому, наверное, кнопки. Чё тут не возьмёт? Руби всё, чёртовой матери. Всё убирай как следует, а то, нахуй, бежать придётся ещё, блядь. Всё ты убрал тут, блядь. Опять задевать ведь будешь.
сносит он, бля, мужик такой серьезный, на. Стукачок такой. Опа. Да, вставай. Может, не надо было вставать туда. Ну, покажитесь. Произошло. Да кто ты вообще, ну? Немо, блядь. Что Немо? Остается только одно. Сваливать. Посмотрим, смогу ли я найти отсюда выход. Я уже нашел, блядь. Их ты. Кто тут, блядь, пишет всякую дресню про меня? Какого тут так много места? Он явился из темноты, чтобы одарить меня сладостным благословением. Чернильная фигура, озарившая мрак. Я вижу тебя, мой спаситель. Я прошу тебя, услышь меня. Эти старые песни. Блин, что он там не договорил? Эй, прошу прощения, вы можете мне помочь? Ну какой-то хобот, блядь, по башке его, да. Куда, черт возьми, он делся? Выходи нахрен, черт ты вонючий, бля, где ты? Ворота не поднимутся без электричества. Нужно отыскать выключатели, которые и помогут мне отворить ворота. Проводов тут нет? Еле идет, бля, по этой жизни. Это серьезная пустая дрянь. Че баню, блядь. Зарубку поставил, блядь. Чтобы обратно найти. Оба. Пипа. Да ни хрена. Может, в гробах тут что-нибудь? Каток какой-нибудь. Чё, всё, я обошёл? Чё надо-то ещё? Я не пойму, блядь. А? Электричество найти надо. Опа, у меня прыгает. Пип. Пип. Бу-бум. Все, включил. Все, сорвались. Чтобы он не мог таскать их, ну. Мерзавец ли это там, шакал-то какой-то ходил. Ну. Он таскать не мог их, ну. Сверху колоду. О, смотрите, жрачка. Блин, вот если бы не жрачка, я бы не заметил эту дресню. Опа. Еще одну надо найти, блин. Да? Однако. Кидал он. Че такое, я не пойму. Опять собирается. Разрушите. Нечто. Фильм смотрели, нечто. И первый хороший, второй тоже мне зашел. Так, здесь я нажал, да? Значит, где-то в самом начале. Смотри, блин. Найти не могу последнюю эту хренотень-то. Реально.
электропезричество не могу найти при последнем. Аккуратно проходить. Ты чего аккуратно, блин? Я уж давно бы нашел, блин. Не пойму, где еще одна кнопка. О, вот это. Блин, вообще тоже сделали, да? Нюх, как у собаки. А, глаз, как у орла. Сыщик. Как его звали, блин, Барбуш? О, да будет свет! Че? Открывайте. Пошли двери. Он не присаживается. Нет, не присаживается. Может, чем-нибудь присаживается. Здесь довольно мрачно. Вот точно не виновен. Эту дверь надо запомнить, она, скорее всего, откроется потом. Блин, опять эти развилки, блин. С ума сводит. Чё он этот барбос там сказал? Каждый день происходит нечто странное. Я был здесь, в своем кабинете. Собирался запустить киноленту, как вдруг Сэмми Лоуренс ворвался и запретил мне это сделать. С просьбой подождать в коридоре. После я слышу, как он врубает мой проектор, вылетает из проектора и несется в студию звукозаписи, будто за ним гонится Евалена. Через пару секунд проектор гаснет. Но Сэмми нет. Он не выходит оттуда долгое время. Этот человек загадочен. Безумно загадочен. Я думал поговорить обо всем этом с мистером Дрю. Но, с другой стороны, признаю, мистер Дрю тоже со странностями. Тут все, по-моему, со странностями. Похоже, лестничная клетка затоплена. Чтобы выйти отсюда, мне нужно найти способ, как это откачать. Счет какой-то, что ли? Все, трясня какая-то. Что-то, блядь, за трясня тут, блядь. Кто еще на новенького, блядь? Мужик с топором. И мерзавцы, блядь. Не открылась дверь-то здесь? Тут еще одна дверь. Так, здесь я прошел, да? Чё-то я не пойму, чё, еще назад там ходить, что ли, надо будет? Да вы чё, ребятки, блядь? Ума сойдешь туда копошиться, что-то назад ходить. Так, а что нам надо сделать? Какое задание-то я что-то так и не понял, да? Лестничную клетку. А где она эта? Вот эту хренотень надо взять, да? Включатель насоса. Да я уже тут все изнасосил ее. Сначала Джоу установил чернильную машину прямо над нами. Затем она стала протекать. Трижды за месяц мы не смогли выйти из нашего цеха, так как чернила затопили лестницу. Каким было решение Джоуи? Периодически откачивать чернила насосом. И теперь этот гадкий выключатель насоса прямо у меня в офисе. Люди шастают туда-сюда весь день. Спасибо, Джоуи. Всю жизнь мечтал. Давайте, отвлекайте. А знаете, эти тупые мелодии... О, в офисе делал. ...сами себя не напишут. Опа, бильярдная. Кстати, она не открывалась, да? Я дергал ее. Дайте кей.
в офисе, блядь, где это офис? Че, надо, наверное, назад выходить. Да? Так, вот здесь я не был, да? Тут вообще дверь была, по-моему. На органе заорганимся. Стоять бояться, давайте идите сюда. Без опозданий. Кстати, это, наверное, запись. Что ж, выключатель насоса в порядке. Но эта чертова утечка блокирует дверь. Если я остановлю поток чернил, то я смогу войти внутрь. Однако я собирался достать собственный совок из чулана. Но знаешь что? Я не смог найти свои дурацкие ключи. Как будто они испарились или что-то типа того. Меня посетила мысль, что я мог обронить их в какой-нибудь из мусорок во время уборки на прошлой неделе. Надеюсь, никто не расскажет Сэмми. Если он узнает, что я опять потерял ключи, то я свалю отсюда. Че, в мусорку какую-то он закинул ключи? Ну, дело даже не в мусорке, а... Тресню надо сначала эту остановить. Поп. Так, здесь мы уже играли. Опа, тут вообще все трясли. О, открылось. Споем. Я примерно как второй месяц работаю на Джоуи Дрю, но уже могу сказать, что мне здесь нравится. Люди да? Просто обожают озвученный мной Элис Энджел. Сэмми сказала, что однажды она может стать популярнее Венди. За эти несколько недель я уже успела озвучить парочку ролей, начиная с говорящих стульев и заканчивая танцующими курами. Но этот персонаж — единственный, с которым я чувствую связь. Она будто часть меня. Элис и я — одно целое. Все не лезет больше, что все вещи и вещи. Блин, тут двери то открываются, то не открываются. Вот эти вот даже вот такие перегородки, блин, поднимаются. Здесь сюда ход-то не было вообще, по-моему, да. Перегородка была. Сюда я заглядывал. Помойка поедет. Вот здесь вот она, наверное, была перегородка, нет? Так, здесь одна только помойка, да, я в нее, по-моему, заглядывал. Вот. Пип-поп-поп, да. Эх ты, блядь, дресня, блядь, пошла она. Зачем я ее спутал? Так, ключи нам надо, да? Нам не только ключи надо, нам надо говнище это как-то остановить. Всю эту дресню. Чё ключи-то, блин? Так, где я не был еще? Здесь вот я смотрю вот. Помойки. Вот здесь еще посмотреть. Какое-то ведро, да дурило, блядь, сбросил, блядь. Мерзавец. Где остановить-то эту штуку-то, блин?
бильярдой тоже я что-то не сделал. Может, вот это надо... Да что ты, блядь, как-то бьется-то на... Может, надо попасть в какую-нибудь? Они как резиновые, блядь, шарики-то эти. Все, я ухайдакался уже, нахуй, тут ходьбой с этой. Не могу понять, что тут надо делать. Так, а что вот он включает этот? Что там такое? Мультик, что ли, просто включает, и все. Что тут нет никаких подсказок. Ну чё, всё, господа, блядь, присяжные, я тронулся. Зарубки везде оставляю. Закружили, завертели, запердели. Что-то где-то я упускаю чего-то. Так. Ну, надо открыть чулан, да? Чулан вот рядом с этим кабинетом. Ну, ключ нужно найти. А он на какой-то помойке, блядь, так. К словам Волт этого ублюдка, блядь. Подняк, я собирался достать собственный совок из чулана. Но знаешь что? Я не смог найти свои дурацкие ключи. Как будто они испарились или что-то типа того. Меня посетила мысль, что я мог обронить их в какой-нибудь из мусорок во время уборки на прошлой неделе. Надеюсь, никто не расскажет Сэмми. Если он узнает, что я опять потерял ключи, то я свалю отсюда! Я ну давайте на этом остановимся. Думаю, достаточно один раз. Смотрите на ютубе меня. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.